Привет, друзья! Вы смотрите Банально ТВ, с вами Турбо, и сегодня я продолжаю играть в Stormworks. Друзья, сегодня у нас снова ваши любимые выживания, да, выживание в шторм и цунами. Сегодня, ребята, наш, так сказать, бедный кораблик, бедное судно, это SS New York. Вроде как написал, так сказать, разработчик данного судна, это 50-го года такое судно, достаточно небольшое. Вот, ну, оно, видимо, служит для каких-то прогулок, что-то типа того, да, такие, знаете, ну, чисто пацаны сняли себе вот такое вот судно, пацаны сняли такое судно, да, чтобы там на днюху своего братана, да, так сказать, вот, и такие вроде ничего не предвещало беды. Давайте проведем пока что небольшую просто экскурсию, да, пока что топиться не будем, здесь, смотрите, здесь такие двойные перегородки, двойные такие двери. Так, здесь у нас что? Какая-то типа картина или непонятно что. Здесь у нас пианино. То есть мы можем такие... Сейчас вам, наверное, не слышно. Можно... Подождите. Ну, как поняли, здесь можно послушать, поиграть музыку какую-то, да. То есть поиграть на пианино. Может, из вас кто-то любит пианино. Вот, и здесь можно на нем поиграть. Так, здесь у нас... такой своеобразный бар. Бар-столовая, что-то типа того. Ну и, в принципе, здесь у нас просто палуба, на которой особо ничего нет. А сверху у нас, ну, тоже ничего нет. В принципе, ну, такое, знаете, небольшое такое суденышко. Но в целом очень даже сильно выглядит. Здесь, кстати, можно спуститься вниз туда. А внизу у нас здесь, ну, скорее всего, какие-то свои такие... А, здесь даже каютки внизу. Это, кстати, вот это прикольно. То есть тут внизу каютки. Здесь можно, здесь ты такой спишь, пополняешь свою энергию, так сказать, а потом уже с утречка идешь туда наверх, там, в бар или еще куда-то. Так, ну, а здесь у нас какое-то машинное отделение, машинный отсек или что-то в этом роде. Двигатель, хренигатель. Здесь, кстати, еще сзади можно пройти. Медицинская кровать. Здесь у нас тоже какая-то каютка, видимо, какого-то этого инженера, наверное. А здесь, кстати, блин, а вот выйти можно. Я думал, что здесь сейчас не выйдем. Нет, здесь выйти можно, все хорошо. Все, закрываемся. Ну, вот, в принципе, я вам все показал. Я вам все показал да рассказал. Теперь можно, я думаю, что... О, кстати, здесь еще, смотрите, снизу есть какой-то проход. Типа сюда залезаешь. А, ну это чтобы выйти вот сюда. Ну, тоже неплохо. Почему бы и нет? Ладно, все, давайте обратно. Кстати, здесь прикольно. Здесь можно прям прятаться от, блин, от шторма. И от цунами. Так, окей. А, ни с того, ни с сего. Вроде бы ничего не предвещало беды. Но начался небольшой шторм. Кто бы мог подумать? Говорят, синоптики не обещали, что будет какой-то, да, какой-то шторм, какая-то непогода. Вроде бы непогоды никто не обещал, но вдруг ни с того ни с сего. Непогода-то разнепогодилась. Точнее, погода разнепогодилась, и как бы... Как бы вот так вот. Вроде бы такой, типа, как... О, кстати, тут у нас еще двери, кажется, здесь. Типа, о, прикольные такие балкончики. Миленько, кстати, миленько, да. Блин, какого хрена? Хренаси нас, блин, швыряет. Нет, ладно, я лучше закрою. Хренаси нас швыряет просто вперед-назад. А, смотрите, здесь можно сесть на вот такой вот стульчик. И просто смотреть, наблюдать за этими волнами. И наслаждаться жизнью. Пить какой-нибудь коктейльчик, да, молочный, естественно. Молочный, шоколадный, либо клубничный. Кстати, ребят, какой вам больше нравится, шоколадный, либо клубничный? Мне, кстати, мне наверное, больше шоколадный, но иногда хочется и клубничного. А, ну, как бы. Я так не понял. А, слушаю, капитан борта Нью-Йорка, Турбенти банальный слушает. Что такое? В смысле цунами? В смысле, надвигается цунами в наш квадрат? Мы же когда выходили в рейс, никто же такого ничего не говорил. Говорили же, что будет погода ясная, будет все хорошо. Это американцы? Это американцы наслали на нас? Но ведь мы сами американцы. 2032 год, у нас все американцы. А это плохие американцы? Плохие американцы? Это та самая банда плохих американцев во главе с Джоном... Джмыхом, это плохо, блин, а что мне делать-то, диспетчер, что делать-то? Принять свою судьбу и умереть? Да пошли вы к черту, я не собираюсь умирать! Блин, ребята, понимаете, это какого хрена, понимаете, мне сейчас сказали,
Мне сейчас диспетчер говорит, я ему поверю, потому что я сейчас смотрю прямо на этот цунами, который как бы движется прямо на нас. И я как бы понимаю, что все не так уж и хорошо, как могло быть. Потому что, как бы, я лучше пойду обратно. Я хочу к маме. закрыться и просто нет. Не, пацаны, ну... О, давайте сядем, посмотрим, как это все дело выглядит. О, я вижу дно. Скорее всего, я скоро там окажусь, потому что, ну... Я не знаю, получится ли у нас выжить на нашем замечательном судне. Ох, блин, нас просто как будто бы выкакало. Нас просто выплюнуло это. Ой-ой-ой, ребята. Я думаю, что вы понимаете, что все не так уж радужно. Но, кстати, мы живы. Мы живы, мы не стали наживой, понимаете? То есть, акулы. Акулы нас пока что еще... Блин, я лучше пойду обратно. Акулы, я не дамся пока что. Блин, кстати, проблема в том, что все мои пассажиры, они пропали. На самом деле их и не было. Но они как бы были. На самом деле, ребята, я просто... Капитан Турбенти банальный, это просто шизофреник. Вот, и как бы, понимаете, я думал, что я везу кого-то, но теперь меня осенило, что на судне кроме меня никого нет. И от этого еще страшней. От этого еще страшней, друзья. Ну ладно, у меня есть вы, мои внутренние голоса, которые ставят мне лайки и пишут мне комментарии. Вы ведь так делаете? Подожди. Вы ведь так делаете? Я надеюсь, что вы так делаете. Так. Да что тебе надо? Еще одно цунами. Вы же там шутите, какого хрена? Что за цунами мед? Я не понимаю. Вы можете там разобраться, чтобы не было этих цунами. Да пошли вы к черту, блин, ребята. Мне сейчас сказали снова, что опять какой-то цунами на нас надвигается. И мне кажется, что, блин, ну, я не знаю, что мне делать. Почему я не могу просто взять и не знаю, раствориться и не чувствовать этой боли, которая боль. Подождите, а мы вообще, мы на месте стоим или не на месте, что-то не понимаю. А у меня скорость нет, у нас, видимо остановились, да? Вот. А я думаю, что-то мы куда-то как-то не идем. Нью-Йорк. А, кстати, прикиньте, нас обратно развернули. Я хочу поехать вот в ту хрень, которая ветряк. Блин, ни хрена нас шатает. Хочу попробовать к ветряку доехать. Долбануться об него. Ну, если умирать, то никак, знаете, никак какой-то трус от цунами. От цунами умирают только трусы и лживые морские волки. Вот. А долбануться об ветряк, я думаю, что это более достойная смерть для такого великого человека, как капитан Турбенти Банальный. А капитан Турбенти Банальный это... Блин, я так смотрю, как бы ветряк уже практически не видно. Ладно. Моя задача пережить цунами и добраться до ветряка. Я надеюсь, что у меня получится. А что такое? Что такое? Что случилось? Пацаны, что-то с клатчем. У меня заглючили кнопки. Пацаны. Я не знаю, что... Какого хрена происходит? Мама, не горюй. Я туда не хочу. Нет. Вода, ты меня не возьмешь. Ребята, что-то... Ой, блин, что-то страшное происходит. Я не знаю, у нас заглох двигатель. У нас вода прибывает. На дверь закрыть. Закройся. Что, дверь закрыта? Ребята, я не знаю, что мне делать. Походу, это последние минуты, секунды моей жизни. Последние... Чего? Где мы находимся? Пацаны, походу, это все. Это кирдык-мирдык. Как вы понимаете, как я понимаю... Блин. Я нахожусь, видимо, под водой. И меня эта перспектива не очень-то и радует, потому что я утону. Если... Подождите, давайте посмотрим на третьего лица. Едрить меня колотить. Ребята. О, сейчас вода вытечет. Нормально. Даже я тут тоже открою. Так-то лучше. Блин, ребята, я не знаю, что мне делать, потому что... Надо как-то выбираться, наверное. Ладно, пойдем посмотрим, что там произошло. Здесь все в воде. Сюда не хочу. Нахрен, а вот сюда. Тихо. Тихонечко. Открываем.
Закрылись. Блин, вот здесь реально можно жить. Если я здесь открою, ну, само собой. А можно реально принять свою смерть, ребят. Просто затопиться здесь. Аве турбенти. Ладно, открываем обратно. Пацаны. Фух, ладно. Пробуем. Ай, блин, давление прям по голове. Все, ребята, либо Турбенти выживает, либо не выживает. Поддержите меня лайком посмертно! От Турбенти банальный был хорошим человеком и прекрасным капитаном, отцом, мужем и сыном. Но, к сожалению, его история закончилась. Капитан Турбенти банальный. Рип. Ребята, мне тяжело об этом говорить. Я тот самый диспетчер, который пытался помочь Турбенти банальному. Но, к сожалению, мы его потеряли. Я не могу сдержать слез. Друзья, если вы тоже плачете над всем происходящим, то обязательно пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мне тяжело говорить, у меня ком в горле. Обязательно ставьте свои большие пальцы вверх. Тогда новая серия по Stormworks не заставит себя долго ждать.